Туркестанской области растут посевные площади. В этом году они достигли 827 тысяч гектаров. На весенне-осенние полевые работы аграрии получили удешевленные горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения. Урожайность зерновых достигла 20 центнеров с гектара. Собрано 462 тысячи тонн зерна. По сбору софлора Тулебийский район признан лучшим в Туркестанской области. Внедрение новых технологий позволили повысить производительность труда. Площади поливных земель, орошаемо капельным и дождевыми методами, выросли до 17 тысяч гектаров. Добились хороших показателей садоводы Тулебийского района. Плодовочная продукция пользуется спросом не только в области, но и по всей республике. Поздравляю жителей области с праздником работников сельского хозяйства. Рад, что наш скромный труд отметили на итоговом торжестве. Это стимулирует. Обещаем, что мы будем трудиться еще больше, чтобы поднять экономику региона. 80% тепличных хозяйств в республике приходятся на Туркестанскую область. В этом году на 173 гектарах построили теплицы. В итоге территория тепличных хозяйств составила свыше 1000 гектаров. Год назад вокруг региона сформировали продовольственный пояс. Началась реализация 8 крупных проектов, а сумма инвестиций превысила 30 миллиардов тенге. В этом году впервые собрали около 4 миллионов тонн кормов. Площади под посевы расширены до 827 тысяч гектаров. Более того, достигнуты рекордные показатели сбора овощей, картофеля, бахчевых культур. Собрано 3 миллиона тонн продукции. С начала года фермеры Туркестанской области экспортировали 15 тысяч тонн мяса и обеспечили почти половину общего экспорта мяса в республике. В Катар отправили почти 4 тысячи тонн баранины, около 400 тонн яблок, ягод и бахчевых продали в страны Европы и СНГ. Шанару Уразова, Амантай Аульбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».